Всем привет! В этом выпуске Скори Тареи начнут грабить банк. Им нужно либо их остановить, либо им помочь. Это будет очень важный выбор, который зависит, что будет дальше все жить им. Ну, пора начинать. Следовало ожидать. Ведешь дела с людьми, готовься к краху. Может, зайдем за уголок? Интересно, кто теперь будет пока вести книги дворян? Не могу вернуться к работе. А мне интересно, продадут ли вы имущество на аукцион? Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор. Отлично. Как это ни удивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не станет тихо. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Я собираюсь создать новый литературный жанр – активную балладу. Ни за что. Еще не хватало задеть тебя во время боя. Мне всегда приходится ждать снаружи. Ну что ж, искусство поэзии требует жертв. Быстрее, Геральт, нельзя терять меч. Я рад, что ты здесь. Они плохие. Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Иногда приходится драться. Я понимаю, Геральт. Я это запомню. Уведи меня отсюда. Пожалуйста. Ух ты, сколько крови. Вот ты им задал, Геральт. Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Тише. Я слышу шаги снаружи. Они идут. Быстрее хватай парня и выходи через черный ход. Ты услышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его. Но куда его везти? Отведи его к Трис, она волшебница. Она сможет его защитить. О, та рыженькая сильно расстроится. Но на твоем месте я тоже не стал бы злить колдунью. Уходите, они идут. Ладно, мы уходим. Отведу парнишку к Трис. Труп.
маячит в облаках. Это такая шутка. Это все закончится. Кто ты такой, черт возьми? Кажется, я видел тебя в лагере.
Это ты разговаривал с Яевином? Да, я Геральт. Яевин прислал меня сюда выяснить, что с вами случилось. Ведьмак, нам повезло, что ты на нашей стороне. Не знаю, насколько ты в курсе, что происходит. Не совсем. Мы ищем древние эльфийские артефакты. Нам удалось пробраться в храм, но как только мы очутились внутри, что-то произошло. Я не понял, что именно. Вдруг стало ужасно холодно, и раздался чей-то крик. Один из моих эльфов взорвался. Его кровь забрызгала все стены. Затем нечто напало на другого моего спутника. Мы бросились бежать. Здесь все, кому удалось выжить, отомсти за моих спутников и убей эту тварь, кем бы она ни была. Мы щедро наградим тебя. Посмотрим, что я смогу сделать. Я слышал звуки борьбы. Ведьмак, ты жив? За эту работу мне причитается намного больше, чем ты можешь себе представить. Яевин заплатит тебе все, что причитается. Ты оказал нам огромную услугу. Интересно. Мы ничего не нашли. Прощай. И еще раз спасибо. Каэдмил, благодарю за помощь, волк. Как насчет моего вознаграждения? 300 аренов. И забудь обо всем, что ты здесь видел, Тхойна. Что ты так... Я... Пожалуй, я воздержусь от исповеди. Очень по-людски. Ты берешь и ничего не даешь взамен. Что ж, это твой выбор. Прощай. Господин ведьмак! Господин ведьмак!
В чем дело, парень? Банк ограбили! И господин Валерат приказал привести ведьмака. Ведьмака? Что происходит, парень? В купеческом квартале. Пойдем за мной, господин Геральт. Клятые Скаятаэли грабят банк. Что происходит? Их отряд захватил банк. Мы не знаем, как им удалось проникнуть внутрь, но они захватили заложников, и они хорошо вооружены. Зигфрид возглавляет операцию по освобождению. Вечный герой. Геральт, им нужна помощь. Хорошо, я выманю их оттуда. Удачи! Она мне пригодится. Пошли, вперед! Хочешь вести переговоры, Тхойне? За пылающую розу! Я думал, мы будем вести переговоры. Переговоры? С террористами? Ни за что! Блойда, Тхойне! Мы здесь не для того, чтобы сражаться, Зигфрид. А зачем тогда? Чтобы вести переговоры, и чтобы никто не пострадал. Хочешь говорить с террористами? Делай это сам. Ладно, я это запомню. Ведьмак, ты что здесь делаешь? Успокойся, Гровер. Я здесь, чтобы поговорить. Мне не до разговоров, ведьмак. Что ты хочешь этим сказать? Яйвин внизу. Я ненавижу вас, Тхойне! Шумели и текли народы, вскипела и прошла волна, и ветер славы и свободы вздувал над войском знамена. Сейчас не время для стихов. И в каждой битве знак особый дела героев освещал. Рыцари будут здесь в любую минуту. И страшным блеском покрывал земле непреданные гробы. Знаешь, о чем я говорю, ведьмак? Яйвин. А Элерин? Ты слышал историю о Элерин, ведьмак? Нет. Два века назад... Она повела нас в бой. Это был прекрасный, достойный бой. Ее убили люди, но ее идеи все еще у нас в сердцах. Белая роза Шаэроведда все еще цветет. Нам не обязательно враждовать. Это правда. Помоги нам, и никто не пострадает. Яйвин, ты хорошо себя чувствуешь? С какой стати я должен был бы тебе помогать? Перестань обманывать себя, Геральт. Ты мутант. Люди относятся к тебе в лучшем случае как к неизбежному злу. Сражаясь за них, ты сражаешься против себя и против всех старших рас. Ты ожидаешь от них благодарности? Ты ждешь, что они отзовут псов и перестанут кидать в тебя камнями?
При первой же возможности они тебя убьют без жалости. Не жду. Скоя Таэли, борцы за свободу. Ты понимаешь, что это значит? Это борьба за выживание, за равные права, за то, что нужно всем живым существам. Всем? Да, всем, и даже людям. Хотя я и считаю, что люди немногим более развиты, чем свиньи и коровы. Подумай, что случится, если они все-таки уничтожат все прекрасное и доброе, что есть в этом мире. Ты хочешь жить в таком мире? Мы — альтернатива. Мы не хотим уничтожать людей. Мы просто хотим выжить. Мне уже сегодня прочли лекцию про войну и выживание раз. Скажем так, я не хочу в это вмешиваться. А, твой знаменитый нейтралитет. Уже поздно. Не надо было входить в банк. Ты должен сделать выбор. Может быть, ты и прав. Ладно, я помогу тебе. Но не ожидай, что я прицеплю себе к одежде беличий хвост и с криками рванусь в бой. Я помогу вам, по-ведьмачьи. Большего я и не ожидал. Извини, на празднование нет времени. Мы застряли здесь из-за этих монстров. Я же сказал, что помогу. Что за монстры? Кикиморы. Из-за них мы не можем сбежать. Мы планировали прорываться через канализацию. Мы хотели получить документы, которые позволят Вивальди вернуть его банк. Посмотрим, что я смогу сделать. Иди, Белый Волк. Осторожнее с кикиморами. Они повсюду. Странно. Кикиморы покинули свое гнездо в болотах. Происходит что-то странное, ведьмак. Я расчищу путь. Еще кикиморы!
проблема решена. Отличная была драка. Для меня это повседневная работа. Надеюсь, моя помощь была не напрасной. Я отнесу документы Вивальди. Возможно, он сможет вернуть себе банк. Удачи ей, Вин. Если я тебе понадоблюсь, обращайся к Вивальди. Час. Уже поздно. Ты должен спать. Thank you.
насосу без поляне. Фонарики зажигают. Где они меня похоронят? Мне слишком мало платят за такую работу. Это тебя ведьмаком кличут? Меня. А правда, что ведьмаки за деньги чудовищ убивают? В целом правда, но нельзя ли ближе к делу? Ведьмак. Ты хочешь меня нанять, раз спрашиваешь о профессии? Именно. Моего дядю убили чудовища на болотах. У него было наше фамильное кольцо. И мне, как единственному наследнику мужского пола, это кольцо просто необходимо. Достань мне это кольцо, и я дам тебе 100 аренов. Я найду твое кольцо. Как хорошо, что я тебя встретил. Где труп твоего дяди? Мы молились у алтаря Мелителя, когда напали чудовища. Дядя бросился бежать по болотам. Я видел, как чудовища набросились на него у статуи богини. Прощай. По поводу твоего фамильного кольца. Ты нашел его? Пока нет. Поторопись, умоляю тебя. Какой позор! Как я буду смотреть в глаза матери? Прощай. Посмотри канал Super Fresh Channel. Продолжение будет в следующем выпуске.